Друзья, всем привет! Я у наших любимых с вами белых тигров. Они вон гуляют вечер в зоопарке. Ох, да. Вот, наши тигры прекрасные. Сейчас они более активны. Вечер. И тигр, и тигрица, все гуляют. Красотища. Я обожаю. Это ж ведь такие потрясающие хищники. Они такие красивые. Полосы и вообще такая красивая шкура. Такой красивый мех. За ними наблюдать. Очень интересно. Вечер. Смотрите, как активны тигры. Днем была жара, пекло солнышко. Вон, перепрыгивают через ограждение легко. У себя в вольере они себя чувствуют полноправными хозяевами. А вольер, друзья, смотрите, какой потрясающий. Вольер просто огромнейший. Много зелени. Вон, смотрите, тигрица. Сейчас появится. Ай, красотка. Друзья, как будто вот если бы не попадали в кадр ограждения решетки, то складывалось бы ощущение, что мы в настоящей тайге или в настоящем лесу, в котором живут настоящие тигры. А у нас с тиграми, друзья, очень добрые отношения. Ну-ка, давай. Ну. Вот, видите, как бегает тигрица по своему вечернему вольеру. Класс. За такими картинами очень нравится наблюдать. Ух! И вон и тигр уже вышел на вечернюю прогулку. Надоело ему ходить вдалеке. Иди к нам, иди покажись. Красавец, красавец. Да, это наши поющие тигры. Обалденные просто. Обалдеть. Настоящий лес. Настоящие тигры. Ну что ты, ну что? Класс. Вот такая увлекательная вечерняя картина. Тигры, конечно, как будто нарисованы. Если бы они еще и замирали на какое-то время, было бы вообще потрясающе. Но так как тигры ведут достаточно активный образ жизни, и только днем,
когда припекает солнышко, когда становится очень жарко. Они могут отдохнуть на своих пьедесталах или спрятаться в свой прохладный летом домик. Ух, красота! Смотрите, эти потрясающие, поразительные животные. Да. Но после тигров я зайду к еще одним не менее интересным питомцам зоопарка. Я зайду к белоголовым сипам. Они те еще охотники. Очень любят угощения. И мне нравится за ними наблюдать, когда они... И за белоголовыми сипами интересно наблюдать, когда они ищут добычу. Круто! Ух! Сегодня очень активные тигры. Активный вечер. Просто бомба. Реально повезло увидеть вот так и тигра, и тигрицу. Вдвоем гуляющих и все больше и больше проявляющих ко мне внимание, да. Ух, какие большие. И у меня просто нет слов. Вот так тигрица позирует. И это видео, конечно же, друзья, потрясает. Давненько я не выкладывал такие интересные ролики о том, как гуляют тигры. И вот поймал их в этой активной фазе. И можно за ними понаблюдать. Ух! У них даже игры. Класс! Красивенная картина. Ракурс обалденный. Здесь, в настоящем, вот таком месте, где настоящая природа, за тиграми наблюдать одно удовольствие. Рыщут, рыщут тигры в своем вольере. Вот так их вместе, рядышком, не всегда удается застать. А вон, смотрите, как самец тигр нюхает. Хочет, наверное, для своей дамы нарвать цветов. Красотища. Настоящая сказочная картина. Ух! И тигры приходят отблагодарить за этот потрясающий ролик. Бам!